Сейчас будем рыбку коптить. Прогреваем печурку. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Сейчас повешаем крючочки сюда, и будет все. Тра-ля-ля. Такой вот механизм. Вкопанная бочка. Ну, так вот это работает. Сейчас накидаем всяких там веточек яблони, да всякой фигни. Будет зауи, уи. Тут мы будем жарить шашлыки. День погожий, весенний, солнышко радует, природа, погода. Хорошо.